Объявленный 2016 год благоустройства дал заметные плоды. Города и села республики преображаются. Строятся скверы, памятники, детские площадки. В Покровске по этой программе построен сквер имени братьев Ксенофонтовых, тротуары, проведено уличное освещение. Город приобретает современный вид, и тут также следует отметить личную инициативу работников администрации города. Специалист по благоустройству Ариан Андреев разработал и осуществил проект «Светящиеся сарданы в центре города». Эти светящиеся формы – идея нашего специалиста по благоустройству Ариана Руслановича Андреева. Он задумал и заказал индивидуальному предпринимателю Амбросову, который изготовил эти светящиеся фигуры. Они будут гореть всегда вместе, вот, как при наступлении темноты, вместе с уличным освещением. Ну, конечно, это не дешевое удовольствие, но для того, чтобы наш город выглядел красивым, значит, праздничным, этого стоит.